Заканчивай уже, не видишь, мешаешь людям. Ну что еще хотите? Да, вот забирайте это, только аккуратнее, не как обычно. Это ценные вещи, очень ценные. Не ломай. Так, осторожно, будет. Не мешайся тут, иди правильно. Взять. Вот так, пошли. Перестань на себя, ну неужели не видно, что не проходит? Надо развернуться. Уже разворачивай. Ну ты что, издеваешься в другой плоскости? Ты знаешь, что такое плоскость? Да я не дурак, я понимаю, но не разворачивай. Да ты просто не слушаешь меня. А отойди, я сам. Отлично помогаешь. Весь я смотрю в мыле. Я помогал. Я не видел. А ты и не смотрел. Ну, если наработался, поедешь домой, к своей маме. Бабушку видел? Мама, ты тут? Да. Я у себя. А что ты там делаешь? Занимаюсь. С делами. А это надолго? У нас тут переезд, мама, как ты знаешь. Остались вещи в твоей комнате, ну и ты, собственно. Я знаю. Хорошо, это хорошо. Но у нас грузчики, мама, время идет. Мы и так уже опаздываем. Не могла бы ты выйти? Лариса уже нервничает. Мама, не подставляй меня сейчас. Мы целый день с утра вещи таскаем. Нам уже обратно выгружаться надо. Я не выйду. Что значит, ты не выйдешь? Что значит, ты не выйдешь? Мама, это уже не смешно. Поначалу было смешно, а теперь уже нет. Выходи, я серьезно. Я никуда не выйду и никуда не поеду. Мама, я чем-то провинился? Но почему ты так со мной сейчас, при всех? Ты ни при чем. Я остаюсь тут. Ты издеваешься? Нет, ну точно издеваешься. Это же месть какая-то изощренная, мам, я не пойму. Почему ты меня дураком-то выставляешь? Я поняла, что мне и здесь неплохо. Нет никакой нужды переезжать. Да еще как есть! Это уже не наша квартира, у тебя новая есть. Или ты как феодал пытаешься всю жилплощадь города захватить? Не поясничай. А ты не провоцируй. Детский сад какой-то. Я сейчас дверь высажу. Тем более она уже не наша. Не посмеешь. А ты не загадывай! Так, Марья Федоровна. Это уже цирк какой-то! Немедленно покиньте помещение! Ты чего у дверь кричишь? Заперлась. В смысле заперлась? Ну, я не знаю, в каком смысле. На ключ закрыла дверь, не хочет выходить. Ну что здесь непонятного? Мам, у тебя там случилось чего? Детство у нее случилось. Все в порядке. Я приняла решение никуда не уезжать. Это серьезно? Ну, у нас же машина ждет и грузчики. У нас же график. Я уже говорил, бесполезно. Да надо просто дверь высадить и все. Чего тут думать? Какой высадить? Мы что, звери, что ли? Это мама.
Давай еще ее как партизана будем дымом выкуривать. Это нормальное предложение. Это же просто дверь. Я что, уже предложить ничего не могу? Потому что нормального ты все равно не предложишь. Только на проломы, чтобы... Ух! Я смотрю, ты тут добился успеха своей профессорской харизмой. Меня хотя бы люди слушают. А у тебя кто в подчинении? Шины? Горюче-смазочным материалом лекции читаешь? Вот так я понимаю ответственность. Любимый, можно я отвлеку тебя немного? Вот. Видишь, помогает. Это индийская дыхательная гимнастика. Индийская. Я тебе хотела сказать, что ты все верно делаешь. Ты самый старший, самый главный человек в семье. И вся ответственность на тебе. Неудивительно, что среди всех именно ты доминируешь. Доминируешь. Несмотря ни на что, у тебя все под контролем. Вся ситуация с мамой очень противоречивая, нелегкая. Противоречивая. Но ты отлично справляешься. Ищешь свое конструктивное решение. Не сдаешь. Конструктивное. Бестактно. Они будут такими же, как ты, вот точно такими же, как ты, такими настоящими, такими добрыми, такими замечательными. Во мне сейчас какая-то пустота, как перед обедом. Только есть не хочется. Не, брат, конечно, братом, но это никуда не годится. Ну вы же так уже ругались. Ругались. Но это через все границы. Между прочим, квартиру из-за него разменяли. Ну так хорошо, что разменяли. Хорошо, не спорю. Вон они с Викой уже вторую машину на эти деньги купили. Ну и мы же вторую купили. Это пока я нашу старенькую не пристроил. А какой они ремонт затеяли? У них же Варя растет. И у нас ремонт. Да это по необходимости. А я тебе так скажу. Зазнался, Костя, вот и все. Как только эту должность получил, так вот эта вот червоточинка в нем и повылазила. Белоручка. Для работы с ГСМ ручки-то нужно запачкать. Так они же с Ларисой весь этот переезд и организовали. Без дела-то не сидели. Организовали, да. Посмотри, к чему привела их организация. Значит, пора брать ситуацию в свои руки. Ну да, пора. Лучше момента не придумаешь. Не придумаешь. Наведи порядок. Так, как только ты умеешь. Ребятушки, ну съезжаем же уже, пусто будет. А нельзя так, чтобы ну ничего живого, вон, хоть цветочков что ли поставить. Денежек только есть. Знаем мы, зачем вам денежек, дядя Толя. Что? Нам строго-настрого запретили эти ваши покупки спонсировать. Мы на новой квартире будем стол накрывать, там и отметим. Пока тут все такие нервные, не надо. Да я же правда на цветочки. Давайте потом как переедем. Давайте. Мама, может тебе хотя бы перед Ларисой неудобно? Ну что ты молчишь, мама? Ты можешь хоть что-нибудь нам сказать? Если это некий художественный акт, то твоих многочисленных родственников, находящихся по эту сторону двери, интересуют его цели, мама. Наконец-то кого-то из, как ты выразился, многочисленных родственников, я интересую. Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Забыли вы меня, вот что. Мам, ну это уже обидно, честное слово. Если бы не эта чехарда с квартирой, вас в гости силком не загонишь. Ну, может, в гости не загонишь, но мы же звоним. Коля вот мне уже год не звонит. Коля в армии, мама. Оттуда очень сложно позвонить. Но он же связист. Ну, не до такой же степени. Мам, ты что, решила нас наказать этим своим поступком? По крайней мере, вы все здесь и никуда не уедете. Мы здесь навсегда. Это наш замок Ив без права на побег. Я тебе говорю, это Пинк Флойд. Мама, тут грузчики пришли, что я им скажу? Есть такая важная причина по семейным обстоятельствам. Мама, ну мы все ради тебя собрались. Я же всю семью привез. Леша даже тут, Варя приехала. Ты, кстати, видела Варю? Позови сюда Варю. Она ради тебя приехала, вся нарядилась с косичками. Я видела, красивая. Вот она за дверью стоит, тебя ждет.
А ты знаешь, что она танцует? Ты знаешь, что мы ее на танцы отдали? Год как ходит. Я не знала. Вот. И сейчас танцует, а ты не увидишь. Прямо здесь для тебя станцует, а ты не увидишь. Давай станцуй что-нибудь из своего. У вас же был концерт, помнишь, ты говорила? Мы с папой тогда не сумели прийти, а сейчас с удовольствием посмотрим. А хорошо? Мы посмотрим. Мы все посмотрим. И Лариса посмотрит, и Леня посмотрит, и Вика посмотрит, и Полина посмотрит, и дядя Толя все посмотрит, и грузчики наши тоже посмотрят. Садитесь. Да стулья уже унесли, но ничего, мы сядем на пол. Сядьте, сядьте! Хочу тут все так пустынно оставлять. Надо бы цветочков прикупить. Не найдется ли у вас рублей 200 в долг старому человеку? А? Нет. Нет. Ну как? Красиво было? Очень. Очень красиво. Жаль, что ты все пропустила, мама. Все пропустила. Я считаю, пора действовать. Время идет. Все ждут, пора принимать решение. Какое решение, а? Дверь выбивать? Хотя бы и выбивать, это хотя бы поступок. Что за бред? Это не поступок, это дурь. Я не понимаю, в чем проблема? Ты что, за дверь боишься? Да ей 100 лет, она сама скоро развалится. Да я не за дверь боюсь, за дверью, мама. Ты можешь ее ненароком ударить или напугать. В любом случае, агрессия это не выход. Это не агрессия, это решение. Пусть Костя решает. Да пожалуйста, пожалуйста. Если Костя за все в ответ, пусть и решает. Как мужик. Хотя бы раз, да, Костя? Костя, скажи ему. Привет. Привет. Решил прилечь? Да так как навалилось все. Думал, дай-ка полежу. Это ты правильно. Я что хотел сказать? Ты не принимай это близко к сердцу. Ситуация странная, но поправимая. Ты прости меня за те слова. Это не я, это кто-то плохой во мне. Да и я, если что, брякну, то это не от особого ума. Да ладно, брось ты. Ты достиг всего, чего хотел. Ты, кстати, редко у кого получается. А это от того, что мне всегда за тобой тянуться приходилось. Потому что ты рано курить начал. Я же говорил тебе, не кури и не вырастешь. Чего-то мы с тобой как дураки, получается. Полнейший. Слушай,
Я, конечно, извиняюсь, но если я еще 5 минут так полежу, то меня краном поднимать придется. Давай вставай, что ли. Лариса Григорьевна, вы нас не понимаете, что ли? У нас сегодня еще много работы. У нас я еще... понимаю, но, пожалуйста, я вас прошу. Подождите, подождите. Подождали. Стоп, внимательно, смотрите, за простую машину надо платить. Водитель ждет. Вы должны нас тоже понять. Ну, у нас сегодня еще одна перевозка. Они не могут больше ждать, а мама не выходит. Я сделала все, что смогла. Вы же нас тоже должны понять. У нас работа. Но еще одна погрузка, я же объяснял. Так, идите на балкон, звоните своему начальнику и говорите, что вы в пробке. В это время всегда пробки. Потом возвращайтесь сюда и ждите. Вам оплатили это время? Вот наслаждайтесь оплаченным отдыхом. Ну, пошли тогда звонить. Все в порядке, спокойно дыши. Все будет хорошо. Нет, у меня ничего не выходит. Я всем позвонила, я все сказала, и ничего не выходит. Ты большая умница. Организовала весь этот переезд. Но так бывает, что все идет не по плану. Надо это просто принять как факт, что ну не все так, как мы хотим. А еще я кружку потеряла. Какую кружку? Ну, кружку черненькую такую. Там еще Бигбосс написано. Помнишь, ты мне после института подарила? Она со мной на всех работах побывала. И уже неделю найти не могу. Я сомневаюсь, что она кому-нибудь понадобилась. Ну, давай я тебе еще 7 куплю. Ты же работаешь без выходных. Значит, у тебя будет на каждый день своя кружка. Хорошо. Ну, вот видишь, с кружкой мы вопрос решили. Значит, все остальное нам точно по плечу. Слушают меня. Неправильно это. Квартиру пустую оставлять. Никогда она пустой не была, тут на тебе. Все вывезли, все уедут. Ничего живого не останется. Надо хоть что-нибудь, чтобы живое было. Ну, цветы, например. Я говорю, а мне все про бутылку. Тут не бутылка должна быть, а ваза. Только денежек нету. И в такой момент кажется, что ты одна, и так будет всегда. Но тут подходит он ко мне и говорит своим нежным и низким голосом: «Вам помочь?» А я про себя думаю: «Ну, конечно, помочь, такой красавчик!» И тут я увидела его глаза. Он смотрит на меня, я на него. Он на меня, я на него. Между нами искра пробежала. А в этот момент валялась и благодарила свою судьбу. Вот такой он ваш Костя. А мы так давно не собирались. Последний раз когда? На похоронах отца. С ума сойти. Скажу за всех. Мне очень приятно сидеть тут с вами. Мама, ты не проголодалась еще? Не отказалась бы от ужина. Отлично. Сейчас немножко посидим. Потом распакуем посуду и поедим. Ай-бай, у кота колыбелька золота, а у дитятки мамо и получше того. Ай-бай, у кота и подушечка бела, а у детятки маво и получше того. Ай-бай, у кота и постелька мягка, а у детятки маво и помягче того.
Ну ладно. Пора, друзья, пора. Мама, выходи к ужину. Мама. Мама! Мама, у тебя все в порядке? Мама! Мама, скажи что-нибудь, мама! Я ее не слышу. Ничего не видно. Мама! Я хотела, чтобы вы все были вместе. Вдруг меня завтра не будет. А я не успела побыть с вами. Сейчас мы с Толей переедем, у вас вообще повода не будет к нам приезжать. Мама, ну что ты? Мы же не в квартиру приезжаем. Мы же к тебе приезжаем. Никуда мы не денемся. Ну, посмотри, все тут. Мы все рядом, мы все твои, мама. Коробочку мы у него унесем, не беспокойтесь. Давайте.